Дерматология и красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Дерматология и красота. Директор. Что ты делаешь? Доброе утро. Давай еще надень его на меня. Халаты сейчас такие изысканные. Что это за цвет? Отдай, сама надену. Боже, я поухаживаю за тобой. О, боже мой. Съемки поздно закончились, я еле успела приехать вовремя. Боже, какая ты крутая, снимаешься в передачах. А ты почему так разоделась? У тебя что, свидание вслепую? Я использую такие дни как предлог принарядиться. Ну как тебе? Это новый бренд. Как бы то ни было, образ завершает лицо. Что произошло с твоим? Что ты имеешь в виду? Я сегодня так старалась с макияжем. Пойдем выпьем кофе. Посмотрите на эту бессердечную женщину. Я отлично выгляжу. Боже. Подруга, я настаиваю, чтобы ты прошла курс лечения, пока не стало хуже. Почему ты меня не слушаешь? Бесплатно лечиться, пользуясь дружбой, как-то нехорошо. Ну тогда просто заплати. Твоей свекрови уже за 70, и она ходит сюда чаще, чем в супермаркет. Моя свекровь всегда вела такой образ жизни. Эй, я что, так ужасно выгляжу? Да. Ты нормально питаешься? Твое лицо какое-то желтоватое. Что? Да и глаза у тебя слегка желтушные. Что? Я просто устала. Мне пару дней не здоровилось. Боже. Ладно. Как оно там? Есть хорошие новости? Какие хорошие новости? У тебя есть все, кроме мужа. Брак. Насмешила. Кому он нужен? Хватит уже смешить меня. Ты так навсегда останешься девственницей. По правде говоря, в этом вопросе ты еще невиннее, чем я. Уже больше 10 лет вы с мужем спите в разных комнатах. Ты сама-то снова в девственницу не превратилась? Ах ты чертовка! Послушай, в супружеской паре любовь не всегда проявляется в физическом плане. Это мир тонкости и сложности. Но что об этом может знать старая дева? Отлично. Пусть остаток жизни твое сердце трепещет лишь от вида твоего мужа. Будешь как та девчушка Кэнди из романтического сериала. Так, давай сначала разберемся с твоими веснушками. Ты в таком плохом состоянии, что я даже не знаю, с чего начать. Прошу вас, госпожа Чха Кэнди, не начинай. Большинство людей закатывает истерику, если им не удается стать врачами. Так почему ты решила стать домохозяйкой? Не жалеешь, что твой медицинский диплом лежит без дела? Готово. И вовсе я не жалею. Пока ты старательно лечила своих пациентов и открывала эту клинику, думаешь, я просто расслаблялась дома? Я родила 2 детей и хорошо их воспитала. Ты усердно изучала медицину, а потом с ее помощью построила себе отличную жизнь. Но разве хорошее воспитание 2 детей — это не отличный вклад в будущее нашей страны? Кэнди, пора идти. Эй, ты разозлилась? Все нормально. Ты разозлилась, Чон Сук. Награда за научные достижения Пэк Михи. Письмо о назначении Пэк Михи. Клиника пластической хирургии. Большинство людей закатывает истерику, если им не удается стать врачом. Так почему ты решила стать домохозяйкой? Не жалеешь, что твой медицинский диплом лежит без дела? Боже, молодой человек, вы в порядке? Дышите. Помогите кто-нибудь. Помогите, среди вас есть врач? Здесь нет доктора. Здесь есть врач? Я врач. Вот, эта девушка сказала, что она доктор. Здесь есть врач. Спасите его. Нет. Я имела в виду... Боже. Боже. Дайте мне это. Надо поднять ему голову.
Парень, держись. Интубация. Звоните в скорую. Ну, давай же, приходи в себя. Давай же. Нужна скорая. Водитель, остановите. Мы отправим его в ближайшую больницу. Вы можете не становиться его опекуном, но мы слышали, что вы доктор. Не могли бы вы поехать с нами? Странная женщина, да? Точно сказала, что она врач. Но мы видели, как у нее дрожали руки возле того парня. Нам нужно спешить. Хорошо, я поеду. Университетская больница Сомён, доктор Рой Ким. Я хирург. Я тоже поеду с вами. Ларингеальная маска не входит из-за опухших дыхательных путей. Что нам делать? Пожалуйста, помогите. Что нужно сделать? Доктор! В сторону. Господин? Пульс есть. Нужно сделать трахеотомию. Хорошо. Дайте мне антисептик. Мешок, пожалуйста. Господин, вы пришли в себя? Если слышите меня, пошевелите рукой. Боже, доктор, сработало! Господи, спасибо вам! Вы такой молодец, доктор! Центр неотложной помощи. Простите, но на чем вы специализируетесь? Что? Я слышал, что вы назвали себя доктором. Да. Вы не должны были этого делать. Незаконно заниматься медициной без медобразования. Понимаю. Вы можете не поверить, но я правда доктор. Дело в том, что у меня не было практики более 20 лет. Поэтому я впала в ступор в той ситуации. Простите меня. Сегодня замечательный день. Потому что этот пациент встретил вас. Вы поразительны. Что ж, мне пора. Какая тема конференции на этой неделе? Роботохирургия рака прямой кишки на начальной стадии. Профессор, что нам делать с пациентом над тегеном? Следите за его гемодинамикой и узнайте в отделении психиатрии о его депрессии. Да, господин? Профессор, для завтрашней конференции первым выберем случай Чон Сан Хёка? Нет, первым поставьте операцию Ким Джи Хи. Да, господин? Можете идти. Хорошо. Я всегда поражаюсь, когда вижу Чонмина. Он так похож на тебя в молодости. Я вроде бы выглядел получше, разве нет? Думаю, нам стоит быть осмотрительней. Будет плохо, если твой сын узнает, не думаешь? Может, поужинаем вместе? Не могу, у меня планы. Что за планы? А что, думаешь, у меня свидание? Я тебе ничего не расскажу. Ну и ладно. Пока. Будильник. Семинар в Канаме, 19:00.
Приходи в себя! Вызовите скорую! Простите, но на чем вы специализируетесь? Что? Слышал, что вы назвали себя доктором. Да. Вы не должны были этого делать. Незаконно заниматься медициной без медобразования. Мама, вы пришли с тренировки? Да, ты тоже только вернулась. Да. Ты не сделаешь мне стаканчик детокс-сока? Конечно, уже сделал. Он в холодильнике, сейчас принесу. Боже, главное в соке его свежесть. Ты должна делать его прямо перед подачей. Простите, мама, я сделала его, потому что сегодня мне надо отлучиться. Можете сегодня выпить такой? Кстати, мама. Что? Спасибо, что одолжили мне свою одежду и сумку сегодня. Я ее постираю и высушу. Ладно, у меня сегодня планы на вечер, так что не готов на меня ужин. Хорошо. Как дела у директора Пэк? Очень хорошо. Она сегодня занималась моими веснушками. Это хорошо. Новая клиника в два раза больше предыдущей, а ее внутренний дизайн просто потрясающий. Значит, ты просто завидуешь. Конечно, я завидую. Ее даже на телевидении показывают. Она очень крутая. Даже если женщина талантливая и добилась славы, это ничего не значит, если у нее нет нормальной семьи. Доктор Пэк ездит отдыхать каждый год за границу, но что это за отдых? У нее нет ни мужа, ни детей. Она летает на самолетах и колесит по свету, потому что внутри у нее пустота. Мягко говоря, она успешная карьеристка. Но пройдет 10 лет, она будет выглядеть грустной и жалкой. Тебе повезло в 100 раз больше. У тебя есть сын и дочь. Боже, зачем тебе ей завидовать? Начинается приготовление риса. Мама! С возвращением. Ты, наверное, устала? Ты не отправила оплату за мою академию художеств? О, точно. Учитель выговорил мне за это. Боже, прости, я совсем забыла. Сегодня выдался тот еще денек. Конкурс завтра, да? Да. Если в этот раз я получу награду, то смогу подать заявление в университеты Ханкук и Хонгин. Правда? Я дома. Ты поздно. Да, отец. С возвращением. Чон Мин, давай скорее, иди сюда. Хорошо. Иран, когда у тебя следующий пробный экзамен? Следующий вторник. Чтобы поступить в мединститут, ты должна быть хотя бы в топ-500 Кореи. Хорошо. Боже, мама, ты сама все это сделала? Ты скоро свалишься с ног. Все нормально, я справляюсь. Тебе нужно было снять двери днем, я не мог уснуть из-за сверления. Прости. Сегодня закончу. Выглядит вкусно. Приятного аппетита. Чон Мин. Да, отец. Врачам приходится работать с людьми. Знаю, что интернам быть тяжело, но всегда поддерживай опрятный вид. Это часть профессии. Хорошо. Определился со специальностью? Да, хирургия, конечно. У тебя еще много времени. Подумай, прежде чем принять решение. Нет, такое общение делает детей слабыми. Можно одновременно быть сильным, но иногда проявлять слабость. Не могут все быть одинаковыми. Ешьте. Только чужие дети могут быть слабыми. Говорят, нужно относиться к своим детям так, как ты относишься к другим. Что с супом? Что? Почему вкус такой? Я забыла посолить. Сейчас быстро приправлю, простите. Ты в облаках витала, что ли? Уже стареешь? Похоже, что да. Ты меняла кофейные зерна, вкус был странным. Почему? Мне казалось нормальный. Есть такая вещь, как предпочтение. Не все может быть вкусным. Thank you.
Хорошо. Я куплю целую кучу зерен, которые тебе нравятся. Спорт, покер, казино – все это может приносить тебе деньги. Найди сайт 1xbet, регистрируйся в один клик и получай супербонус $400. Безопасной вам дороги, депутат. Пройдете? Очень странно, не так ли? Хоть времена и изменились, талантливым женщинам, как ни странно, не везет с мужчинами. Я такая... Родись вы мужчиной, вашего таланта было бы достаточно, чтобы подняться на самую вершину. Но, к сожалению, вы родились женщиной. Извините, но от вас веет образом любовницы. Брак ничего не значит для людей с такой судьбой. Жаль, что эта судьба никогда не отпустит вас. Понятно. Вам правда нужно жить с этим человеком? Я хочу показать им, понимаете? Кто-то может сказать, что цепляться за женатого мужчину – пустая трата времени. Но то, что мы такие глупые и незрелые, делает нас людьми, не так ли? Раз уж вы так долго ждали, давайте подождем еще немного. Может появиться единственная возможность. Уже совсем скоро. Я знаю, что ты не носишь солнцезащитные очки, потому что они тебе мешают. Но солнце в Европе и правда яркое, поэтому носить их надо. Хорошо? Хорошо. Но эти такие старые. Тебе нужны новые. Дорогой. Что? Как насчет того, чтобы снова спать вместе в спальне? Ты спал в этой комнате, когда поздно возвращался после операции. Но по итогу мы стали спать в разных комнатах. Наши потребности никуда не исчезли. Поэтому спать в разных комнатах, пока мы еще молоды, правильно. Боже, это слишком неожиданно. Неожиданно? Так внезапно. Кстати, сегодня я убирала веснушки в клинике Михи. Мое лицо все еще красное, посмотри. И правда красное. Я чувствую себя такой вялой в последнее время. Похоже на хроническую усталость. Тогда полежи немного. Даже собака рассмеялась бы, услышав, что кто-то такой же удачливый, как ты, страдает хронической усталостью. Это менопауза, начни заниматься. Ты умрешь, что ли, если будешь нормально разговаривать со мной? Это просто факты. Мне все равно, будешь ты носить очки или нет. Это твои глаза, не мои. Thank you.
Этот стиль очень популярен в этом сезоне. Не для мужа. Хорошо, тогда подождите минутку. Что думаете об этих? Мужчины среднего возраста отдают предпочтение такому стилю. Неплохие. Возьму их. Хорошо. Вот. Извините, госпожа, вы в порядке? Вы плохо выглядите. Да, все хорошо. Спасибо. Госпожа, вы в порядке? Госпожа, вы в порядке? Быстрее, вызывайте скорую! Госпожа, как вы? Примерь эти. Что? Выглядит хорошо. Посмотри в зеркало. Я уже знаю, как они выглядят. Выглядишь как певец. Да. Я куплю их тебе. Не надо, забудь. Просто скажи «да», пока я не передумала. Говори уже, не надо. Мама Чон Мина. Пойду оплачу. Хорошо. Алло. Что делаешь? А ты как думаешь? Жду своего рейса. Дорогой, угадай, где я сейчас? Что? Я в отделении скорой помощи. Что случилось? Я потеряла сознание в магазине. Кто? Что значит «кто»? Я? Твоя жена? Почему ты вдруг упала в обморок? Не знаю. Я потеряла сознание, а когда очнулась, уже была в отделении скорой помощи. Сказали, что мои глаза выглядят желтушными, так что они проверяют печень. Только что взяли у меня кровь. Мне сказали связаться с опекуном. Подожди. Чон Мин, вероятно, занят своей стажировкой. Твоя мама сегодня пошла на встречу выпускников. А ты в аэропорту. Что мне делать? Как ты себя чувствуешь? После отдыха. Чувствую себя немного лучше. Твое состояние достаточно плохое, чтобы я отменил конференцию? Результаты анализов еще не пришли. Так что не нужно этого делать. Подождем результатов, и моя или твоя мама могут прийти. Да, хорошо. Сообщи, когда будут результаты. Хорошо. Удачи на конференции. Похоже, я заставляю тебя волноваться перед дальней поездкой. Нет, все в порядке. Отдыхай. Госпожа, я возьму кровь еще раз. Зачем? Показатели слишком повышены. В чем дело? Кто это? Ее зовут Чха Чон Сук. Что это? Результаты такие же. Уровни АСТ и АЛТ превышают 3000. Боже, спробуй, все нормально. Госпожа Ча Чен Сук. Здравствуйте. В норме показатель печёночной пробы обычно менее 40, но ваши показатели превышают 3000. Значит ли это, что у меня острый гепатит? Вы хорошо осведомлены. Мне нужна госпитализация. Да, вы позвонили опекуну? Опекуну? Правда необходимо прийти? Боже, ходишь на цыпочках! Я главная в семье. Это они должны ходить на цыпочках вокруг меня. Моя невестка до сих пор каждое утро готовит для меня завтрак. Твоя невестка заслуживает награду за такую любовь. В наши дни таких невесток уже не найти. Умные девушки знают, как управлять семьей, если они этого захотят. Может, это потому, что она училась в медицинском, но она очень умная.
Она отлично справляется с воспитанием детей и бытом. Она не пользовалась услугами репетитора и сама учила своих детей, а старший пошел в медицинский институт. Разве это не расточительство, что такая способная женщина занимается только хозяйством? Только неблагополучная семья заставит свою невестку врача работать. Зачем нам, обеспеченным, отправлять ее работать, учитывая, что она бы зарабатывала гроши? Похоже, вы сэкономили больше денег, не отправляя ее на работу. Большинство семей тратят сотни миллионов, чтобы отправить своих детей в медицинский. Алло? Алло? Какое облегчение не быть невесткой этой вычурной женщины. Мне жаль невестку. Если бы я была ее невесткой, я бы, наверное, уже слегла с серьезной болезнью. Скорая помощь? У меня еще запись в спа-салон сегодня. Что-то серьезное? Мама. Дайте еще соль, пожалуйста. Мама, все хорошо? Да. Ты где? Я в цеху. Я собиралась испечь рисовые лепешки с полынью. Ты любишь их? Боже, зачем их самой делать? Можно же купить. Домашние всегда лучше. В магазинах в них добавляют шпинат, чтобы они казались зелеными. Ты ела? Да. Но почему твой голос такой грустный, если ты уже поела? Мама, у тебя получается выходной сегодня. Я отдыхаю до завтра. А что? Что-то случилось? Если так волнуешься, то езжай в больницу. Что? Все нормально, она же не ребенок. Но тебе нелегко. Знаешь, у меня же есть чувство приличия. Как я могу оставить тебя и уйти? Но что, если это серьезно? Разве не лучше было бы поехать к ней? Что? Нет, не беспокойся. Но ты беспокоишься. Трудно не волноваться, когда кто-то теряет сознание. Но, вероятно, ничего серьезного, так что больше не будем об этом. Что это? Я собирался отдать его тебе в самолете ночью. Но можешь просто открыть. Я помогу. Что ж, пойдем. Доктор, пациент говорит, что его шея сильно болит, но я сказала... Да, скажи им, что они могут идти домой. Хорошо, спасибо. Доктор Чха Чон Сук. Да? Поступила пациентка, можете проверить ее состояние? Хорошо. Интерн Чха Чон Сук. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо себя чувствуете? Нет, у меня сильно болит нога. Если вы полечитесь и примете лекарство, вы быстро поправитесь. Спасибо. Если что-то понадобится, дайте знать. Хорошо. Боже! Хочу есть. Госпожа Чха Чон Сук, с капельницей закончили, я заберу ее. Спасибо. Простите, где здесь магазин? На 5-м этаже. Поняла. Ставки на спорт! 1xBet! Момент идет! 1xBet! Команда вперед! 1xBet! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда, твой успех! Это твоя победа. Почему магазин аж на 5-м этаже? Я голодная.
Больно? Да, больно. Я скоро закончу. Будьте нежнее. Больно, черт возьми! Потерпи еще немного. Прошу прощения, вы не можете заниматься этим здесь, она еще несовершеннолетняя. О, боже. Спасибо. Вы красивый. Она ехала на мотоцикле с подростками постарше и попала в аварию. Она попыталась уйти, сказав, что у нее нет денег, но я настоял на лечении. А вы что подумали? Я неправильно поняла ситуацию. Мне очень жаль. Похоже, вы просто не можете пройти мимо нуждающегося пациента. Так было и в тот раз, когда вы оказались в машине скорой помощи, сегодня тоже. Как видите, я порядочный врач. Тем не менее, мы недостаточно знакомы, чтобы говорить, что рады снова видеть друг друга. Что привело вас в эту больницу? Меня доставили в отделение скорой помощи. После того, как я потеряла сознание в торговом центре. Сейчас с вами все хорошо? Уверена, со мной все будет в порядке. Хорошо, мне сейчас нужно осмотреть пациентов. Удачи вам. Да, доктор. До свидания. Часто как-то мы с вами сталкиваемся? Похоже, так и есть. Не думала, что мы встретимся снова при таких обстоятельствах. Мы можем поговорить об этой особой связи в следующий раз. Ваш опекун здесь? Дело в том, что мой муж слишком занят. Он должен прийти независимо от того, насколько занят. Ситуация сейчас нехорошая. Все действительно так плохо. Понимаю, что мединститут вы закончили давно, но вы должны осознавать, насколько все серьезно, да? У вас слишком высокий уровень желчи, если это приведет к печеночной недостаточности, мы уже ничего не сможем сделать. Немедленно позвоните своему опекуну. Имя Чха Чон Сук. Боже, как так? Что случилось? Мама. Мне просто нужно остаться в больнице на пару дней и отдохнуть. Тебе не о чем беспокоиться, но тебе все равно понадобилась госпитализация. Да, им нужно убедиться, что мои показатели печёночной пробы и уровень желчи снижаются. Понятно. Ты врач, так что поступай, как считаешь нужным. Я не врач. Мама, если я не практиковалась более 20 лет, значит, я не врач. Это как иметь водительские права, которыми ты никогда не воспользуешься. Эй, если пекарь не может продать хлеб, значит, он не пекарь? Как это можно сравнивать? Но твой муж — врач в университетской больнице. Почему ты остаешься здесь? Он сегодня улетел на конференцию в Европу. Чон Мин на стажировке. Если я попрошу его уделить мне время, это поставит его в затруднительное положение. Если я останусь в больнице, то меня несколько дней не будет дома. Что мне делать? Я им нужна, ведь скоро у Иран будут промежуточные экзамены. А Чон Мину нужно подготовиться к ежегодному экзамену интернов. Это плохо. Некому приготовить еду для детей. Они уже не маленькие. Учеба зависит от них, и они смогут прокормить себя. Ты с третьего класса сама готовила себе еду и училась без чьей-либо помощи, но все равно умудрялась получать хорошие оценки. Боже, мама, это было так давно. Времена сейчас другие, мам. Кстати, где ты взяла то лекарство, которое дала мне? В аптеке, на рынке. А что? Проблема была в нем? Да, похоже на то. Иногда, если принимать что-то, что тебе не подходит, можно заработать острый гепатит. Эти ужасные шарлатаны! Как они могут заниматься чем-то подобным? Я должна была отвезти тебя в достойную корейскую медицинскую клинику, чтобы они выписали тебе лекарства. Я просто доверяла этой аптеке, потому что слышала, что они хорошие. Да я с ума сошла! Не вини себя. Я снова буду на ногах через пару дней. Не ходи туда и не вымещай на них свой гнев. Ты же правда поправишься, да? Боже, конечно. Это несерьезно. Все в порядке, госпожа О.
Один день спустя. Университетская больница Сомён. 30 дней спустя. Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Хорошо. Стали известны результаты совместимости доноров для пересадки печени. Группа крови вашего сына не подходит, ваша дочь еще несовершеннолетняя, а ваша мать и свекровь пожилые. Но, к счастью, результаты теста вашего мужа хорошие. Он очень заботился о своем теле, поэтому у него нет жировых отложений на печени. Боже, спасибо, доктор. Самое главное – согласие вашего мужа стать донором. Вы хотите сказать, что мой сын должен отдать ей свою печень? Я не говорю, что он должен, я просто говорю, что это возможно. Этого не может быть. Разрезать совершенно здорового человека, чтобы отдать часть его печени, он не может рисковать и ложиться под нож. Пожалуйста, не рекомендуйте операцию моему сыну. Я никогда этого не позволю. Мама, пожалуйста, прекрати. Прекратить? Даже если ты согласишься, я против. Отойди. Чон Сук, по тебе не скажешь, что ты на волоске от смерти. Так что давай просто подождем глупого донора, хорошо? Боже, моя голова. У меня так кружится голова. Мама! Мама, ты в порядке? Почему я так себя чувствую? Иди сюда. Иди сюда. Почему я так себя чувствую? Вот, присядь. Осторожно. Что со мной не так? Посмотри на меня, мама. Кажется, меня сейчас вырвет. Ты меня видишь? Тебя тошнит? Ты в порядке, мам? Как ты себя чувствуешь? Нет, подожди. Подожди. Боже мой. Лихорадки нет. Мама, посмотри на меня. Госпожа Квак, вы проснулись? Пожалуйста, откройте глаза. Тогда держите их закрытыми. Конечно, я понимаю, что чувствовала бы мать при мысли о том, что ее совершенно здоровый ребенок ляжет под нож. Но как бы плохо вам ни было, вам не следовало говорить такие вещи при больном человеке. Если бы заболел Инхо, моя дочь отдала бы ему все свои органы. Госпожа О, говорить гипотетически неправильно. Сейчас здоровый человек, который должен отказаться от своей печени, это мой сын, а не ваша дочь. Слово «если» не подходит к этой ситуации. Вы только что сказали «ваша дочь»? Когда все было хорошо, она была вашей невесткой, а теперь она ваша дочь? Не меняйте тему. По правде говоря, не вы ли виноваты во всем этом? Это все из-за того дешевого лекарства. И раз уж мы подняли эту тему, то Чон Мин попал в автомобильную аварию в 7-летнем возрасте, именно когда вы за ним присматривали. Вы все время говорили, что Чон Сук бросила врачебную практику, но не расстраивайтесь из-за этого. Откровенно говоря, именно та авария превратила ее в домохозяйку. Боже, я в ярости. Боже мой. Ты тогда пострадала сильнее, Чон Мина. У тебя до сих пор грыжа на спине после той аварии. Как она могла так говорить об этом несчастном случае? Мне все равно, что думает твоя свекровь. Но меня волнует, что Инхо настолько хладнокровный. Мне всегда было неприятно, что мой зять был таким холодным и суетливым, но, учитывая его воспитание, я просто приняла это. Но когда его собственная мать так говорила при детях, он почти ничего не сделал, чтобы остановить ее. Его жена в таком состоянии, а он даже не сказал, что пойдет на операцию, даже если бы его слова ничего не значили. Хоть мы и семья, но ложиться под нож нелегко, мам. В наши дни, в таком возрасте, такой образованный, умный человек, как ты, провела всю свою юность, заботясь о своем больном тесте и мирясь со свекровью. Как же они могут так поступать с тобой? Мама. Мама, посмотри на меня. Мама, не умоляй. Тогда кто будет?
Кто будет умолять о твоей жизни? Мать должна рисковать жизнью ради своего ребенка. Так что просить сохранить тебе жизнь — это минимум, что я могу сделать. Я готова стать на колени и умолять, лишь бы ты продолжала жить. Мама, мне жаль. Мам, прости меня. Что происходит? Зачем ты это делаешь? Вы кучка шарлатанов. Как вы могли обманывать людей, используя такие паршивые ингредиенты? Моя дочь съела эту гадость, и теперь она может умереть. Что вы будете с этим делать? Боже мой, они дорогие. Что будете делать? Ты не можешь просто ограничиться словами? Чонсу, ты лучший кандидат на операцию. Но ее муж подходит. Зачем вы обращаетесь с этим ко мне? Я бы не просила тебя о такой услуге, если бы не была в отчаянии. Вот, возьми это. Это все, что у меня есть. Это не маленькая сумма. Я отдам все это тебе, только, пожалуйста, спаси мою дочь. После ранней смерти нашей матери я никогда не забуду, как вы приютили и воспитали нас, словно мы ваши дети. И то, что я могу жить как настоящий взрослый, это все благодаря вам. Но вы поступаете так, будто заставляете меня вернуть вам долг. Это мучительно. Чонсу, ты единственный, за кого я могу цепляться. Я слышал, что состояние жены профессора Со довольно серьезное. Как он допустил, чтобы дело дошло до этого? Я слышал, что профессор Со подходит как донор. Я знаю. Будет тяжело, если до сих пор не могут найти донора. Профессор Со учился на том же курсе мединститута, что и вы, да? Да, это так. Тогда вы знаете и его жену? Не знаю. В то время я не была близка с профессором Со. Но почему тогда жену лечат в другой больнице, а не в этой? Его жена сказала, что пребывание в этой больнице будет неудобным. Его сын проходит здесь практику. Профессор Со должно быть сейчас совсем не в духе. Это то, что я слышал. Должно быть, ты счастлив. Мы должны съесть что-нибудь вкусненькое. Я проголодалась. Пациентка Ким Йон Сок из отделения 151. Доктор! Что вы здесь делаете? Просто наблюдаю за людьми. Когда находишься в больнице, можно увидеть очень много разных вещей. Есть много случаев, когда доноры внезапно передумывали. Пожертвовать свой орган — нелегкое решение, даже если это ради члена семьи. Я чувствую себя так плохо, оказывая давление на свою семью. Даже если со мной что-то случится, я надеюсь, они не проживут всю свою жизнь с чувством вины. Не думайте об этом. Просто выздоравливайте. Когда я была интерном, я несколько раз видела, как у матерей, которым было чуть за 30, развивался рак, и они умирали. Может быть, это из-за этого, но когда мне исполнилось 40, я подумала, что даже если я заболею неизлечимой болезнью, не о чем будет горевать. Несмотря на то, что я всегда беспокоилась, что с моим мужем или детьми может случиться что-то ужасное, если меня не станет. Время от времени у меня возникали подобные мысли. Доктор, я так завидую вам. Когда я была интерном, я хотела стать хирургом. Когда я проходила обучение, первой операцией, которую я наблюдала, была пересадка печени. Я понятия не имела, что мне понадобится такая же. Теперь, когда я думаю об этом, я действительно очень скучаю по операционной. Тогда вы хотите посетить ее? Отделение интенсивной терапии, детская операционная. Доктор! Фото на память об этом событии. Вам стоит сделать селфи в этой одежде. Боже, нет!
Спасибо. Доктор, разве это не запрещено? Только сегодня вы коллега, которая пришла наблюдать за операцией. Коллега? Да, у вас ведь есть медлицензия, не так ли? Да, есть. Ну, тогда вы моя коллега. Это 40-летний мужчина, страдающий болезнью Крона. У него кишечная непроходимость и абсцесс, так что мы будем выполнять операцию по резекции кишечника. Скальпель. Стоит ли мне чувствовать себя виноватой? Почему это? Ты отправился со мной в путешествие в тот день, когда твоя жена попала в отделение неотложной помощи. Ничего бы не изменилось, даже если бы я тогда поехал в больницу. Но это облегчение, что донор нашелся. Ее двоюродный брат, да? Да. В такие моменты я завидую твоей жене. Когда заболею я, сможешь ли ты остаться со мной? Умру ли я в полном одиночестве в свои последние годы жизни? Я думаю о таких вещах. Нет, Сунхи. Иногда мне приходится вот так ворчать, чтобы снять напряжение и стресс. У нас троих запутанные отношения, напоминающие лабиринт. Нет ни ответов, ни конца. Мне нечего сказать тебе. Я не знаю, будут ли когда-нибудь ответы или конец, но я могу пообещать тебе. Я не оставлю тебя в полном одиночестве. Здравствуйте. Где Чон Со? Простите, госпожа О. Что значит простите? Экстренный звонок. Мы не можем принять это. Госпожа О, я тоже не хочу, чтобы ему делали операцию. Наш ребенок еще такой маленький, и мне страшно. Он не мог заставить себя сказать вам это лично, поэтому вместо него пришла я. Но операция уже назначена на завтра. Синий код, комната 306, синий код. Госпожа, вы не можете войти? Это моя дочь. Моя дочь внезапно впала в кому и попала в отделение интенсивной терапии. Я даже не могу увидеть ее лицо на мгновение. Сейчас она в критическом состоянии, поэтому вам нельзя ее навещать. Чон Сук. Мама. Мама, ты в порядке? Мама. Спорт, покер, казино – все это может приносить тебе деньги. Найди сайт 1xbet, регистрируйся в один клик и получай супербонус $400. Папа. Разве ты не можешь просто пожертвовать свою печень? Это не так просто. Это более опасная операция, чем вы думаете. Пока с тобой все в порядке, я также думаю, что было бы здорово, если бы ты пожертвовал свою печень. Другого выхода нет, отец.
Мама, я думаю, мне нужно пройти через операцию. Мы должны спасти мать детей. Ее состояние слишком критическое, чтобы ждать донора. Пожалуйста, дай мне разрешение, матушка. Если я не дам тебе разрешение, ты не будешь делать операцию? Вставай. Почему ты стоишь на коленях? Ты не сделал ничего плохого. Почему ты стоишь на коленях? Прости. Вот почему я говорила тебе не вступать в этот брак. Я была против с самого начала. Как может кто-то настолько умный быть одновременно таким глупым, чтобы оставить эту идеальную девушку, Сон Хи? Я никогда не забывала ее имени, потому что это было такой пустой тратой времени. Ты вот так прогнал свою удачу и сделал никчемную девушку беременной. Боже, мужчины невероятны. Убирайся, ублюдок. Убирайся! Убирайся! Выходи! Я ухожу. Я в ярости, боже! Господи, маленькие грязные ублюдки! Университетская больница Сумён. Инхо, спасибо, что принял такое трудное решение. Я никогда не забуду этого. Нет, я должен был согласиться с самого начала, мне жаль. Господи, не говори так. Нелегко решиться пожертвовать свою печень кому-то. Давай я принесу воды. Дорогой, я знаю, ты принял непростое решение. Это может быть просто оправданием, но если я думаю о маме и о детях, я хочу пожить еще немного. Было бы ложью сказать, что я никогда не ненавидела тебя. Каждый раз, когда ты заставлял меня думать, что тебе не важно, есть я или нет, я хотела убедиться, что это неправда. И это заставило меня еще больше погрузиться в домашние дела. Но, тем не менее, была часть меня, которая питала к тебе чувство ненависти и обиды. Но после такой болезни оказывается, что мой муж — тот, кто спасет мне жизнь. Я никогда не перестану быть благодарной тебе до конца своей жизни. Я серьезно. Спасибо. И прости, прости. Прости. Это действительно единственный вариант? Да. Если я заболею, ты тоже пожертвуешь мне свою печень? Пожертвую. Тогда отдай мне свою печень, почку и сердце. Отдай мне все. Все это. Тогда я умру. Сон Хи. Что? Я позвоню тебе, когда операция закончится. До тех пор будь храброй и здоровой, как всегда. На самом деле, в 95-м году я поступил на медфакультет Гусанского университета. Могу я спросить, в каком университете вы учились? Я вырос в США, учился на бакалавриате в Стэнфорде, а затем поступил в Гарвардский мединститут. Я слышал все слухи о том, какой вы талантливый врач, но как коллега-хирург, мне нужно иметь возможность продолжать делать длительные операции, вы так не считаете? Если есть какие-либо последствия, о которых я должен знать, пожалуйста, открыто расскажите мне о них. Не жене, а вам? Да. У вас останется шрам. Шрам? Да.
Вы можете страдать от желтухи или высокой температуры, но если вы будете хорошо заботиться о себе, вам не о чем будет беспокоиться. Я здесь не ради очевидных ответов. Не могли бы вы сообщить мне, сколько операций по пересадке печени вы провели и насколько они были успешны? Господин Со. Да? Вы хирург, поэтому я уверен, что вы знаете процесс операции и последствия. Но если вы сомневаетесь насчет операции, вы можете еще раз подумать, прежде чем принять решение. Это не то, что я имел в виду. Хирургия, анестезия, форма согласия на переливание крови. Подпись или печать согласной стороны. Мне звонят. Входящий звонок. Чхве Сонхи. Имхо! Инхо, не делай этого! Инхо, не делай этого! Ты не можешь! Операционная 1. Имя пациента Чха Чон Сук. Хирург Рой Ким. Сейчас мы приступим к пересадке печени Ча Чон Сук. Скальпель. Инхо, не делай этого! Не подписывай это! Нет, ты не можешь! Нет, я не позволю тебе! Мама! Ты в порядке? Мама! Да. Да, скажи мне, что такое? Что? Что ты сказала? Ты маленький ублюдок. Извините, тут пациент проснулся. Доктор Чха Чон Сук.
Вернувшись с края смерти, понимаешь, что все это было бессмысленно. Она с ума сошла? Ты говорил, мне больше не нужно беспокоиться о домашних делах. Разве мой сок еще не готов? Вы можете сами его сделать. Может быть, это потому, что я избежала смерти. Я хотела бы начать делать то, чего никогда не делала. Серьезная операция повредила ей голову, почему что ли? Почему ты вдруг ведешь себя так странно? Я провела последние 20 лет, не делая ничего подобного. С этого момента я буду жить так, как мне заблагорассудится.